Итак, сегодня у нас на повестке дня ремонт газели с восьмерочным чи каким-то там вазовским. Ну вот такой наш сегодня сюрприз ожидал. Вроде восьмерочная мозги стоят, это 402 двигатель. Казалось бы, может, проще некуда. Ну сейчас все поставим, сейчас я потом буду смотреть в нашем деле. Заряжаем. Я вообще думал, что электромобилем придется прикуривать. Мы все купили, какое-то аварийное. Датчик. Это аккумулятор Хола, да. Без него никак. Катушек уже штуки 4 переменяли. Кто поставил? Ну, когда родное, то оно родное. А когда самодельное, то что-то оно не очень. Короче, вот аккуратненько распаковал. Аккуратненько. Вот скрепочки. Суть какая, что вдруг что-то будет не так, то назад аккуратненько упакуем и вернем. Бо обычно электродетали ж не меняют. Но за счет того, что мы купили аварийную вот эту штуку, то сказали, что можно назад вернуть, если вы сначала аварийной штукой проверите. О, жужжит, да? Есть. А ну-ка. О, есть искра, да? То есть сейчас подключаем холл и заводим машину с ключа. Ну дай бог, если холл целый. Если хватит если аккумулятора. Ну я думаю, что это уже 99 победы, да? 99%, что мы сейчас ее заведем. Да, то есть был мертвый коммутатор. А за руль можно по двору сейчас? Тут кататься? Да, конечно, будем кататься, когда бензин не закончится. Скажем, это тест. Ну, понял, надо же тестировать машину. А желательно еще слить бензин и газ высосать. Да, да. Магнитолу в газели заменяет вот такой пристрой. Wi-Fi. Видел магнитолу? Смотри. Ух ты, так это походу что-то бумбокс какой-то. Ну да. Он называется магнитола, чтобы не украли воры, с собой в кармане забираешь постоянно. А какой дальний ближний у нас, видели? Ну короче, у тебя был 5-й аккум, это чисто Nokia. Ну да. Nokia руля. Сел у тебя телефон, оп, вытащил, переставил. О, такие можно походу... Еще кнопочки, вот видно, необычные такие. Вань, так смотри, я, да. Короче, ну, как пауэрбанк можно походу... А, да, одновременно и пауэрбанк, и музня, и... Тю, здорово, слышь. И вон заряжать можно этот, как его называют. Сразу нокиевскую себе батарейку запасную. Но зато вино тут любят трындеться, у нас только этих. Три шомпура. Бензо оборванный, она... На чем стоит? На бензе, на газе? А я вот, я не знаю, не моешь машина. Ну все, куда переключатель. Ну ключ, если же это желтая, значит... Красная горит. А вот так? Так зеленая горит. Да не знаю, ну было выставлено... О, сейчас желтая загорелась. Сейчас желтая загорелась. Все, я понял, сейчас, короче, соберем бензин. А, бензовый клапан снят или ты снял? Он есть, я его оборвал. А. Там же сопли. Ну так mm-hmm. Газель, ну сами же понимаете. Газель рулит. Да, газельваген. Ну а так симпатичный, лучше, чем моя. Чуть ухоженнее, мне кажется. Хотя ступенька прогнила совсем. Сейчас посмотрим, добьемся мы успеха. Ну должны. Давай, бензик. Давай. А ты включил там на всю, да? А, ну да, то я слышу, что это крутит она медленно, без крокодила. Даю. Не хочет пока. Может подсос? Газели не сдаются. То есть ливануть в карбюратор, да, бенза? Или как? А, ты просто подкачиваешь, да? Понял. Вроде тепло ж на улице, плюс 20, подсос не нужен как бы. Короче, первая попытка неуспешная, вторая. Завожу. Знать бы, что тут за тумблеры вот это, понял? Не, ну так искра была, ладно. Сейчас вообще не сильно. Ладно, это хрень с ним, давай на газу пробовать. Да? Ну давай.
Вот это сейчас желтый, да? Бен занимал. Да говорили, что и газ, и бенз есть. Пробовать? Давай. Не хочет, подлюка. Стою, я ж не кручу ничего. Я услышал какой-то. Шунт когда сгорел на этом. Да? Ну сейчас намотаем новый шунт. Да, ты, быстро не бывает газелями. Сейчас, подожди, надо проверить и стул. Ну да, да. А где шунт? Вот это, да? Вот это, да, вот это шунт. 100 ампер, охренеть. Горячая, горячая. Аккуратно. Ну сейчас намотаем что-то. Не, ты сейчас покрути, сейчас посмотрим. А, есть ли искра? Подпись. Ты штумблера там отхватывал, кировал? Да я назад вернул. Это противоугонное какое-то. Может, пробовать? Готов смотреть? Да, да, давай. Включи там. Давай. Под хлопцем может дать? На тебе под хлопцем вместо шунта. На тебе под хлопцем вместо шунта. Ну давай, восстанавливай. Отпускаю. Ну и все, пускай работает. О, 1000 оборотов держит, красота. Короче, победили мы эту вазовскую зажигание. Ну да, потом что-то, то Сережа скажет, ничего вы не отремонтировали. Коммутатор, да, и все? Да. И, короче, бронепровод подгуленный. А. Он с виду целый, а контакта нет. Я да. Его вижу. Я понял. Короче, працюет. Переключились на газ, она оборотов как-то поднабрала. Может, потому что прогрелась, не знаю, редуктор может прогрелся. Ну да, может там октановое число чуть выше. Опа, если что, это не я, потому что вдруг у нее тормозов нет, я же не знаю, что это за газель. Ну так нажми, тормоза у нее, так у нее педаль вообще себя чувствует. Главное подальше от электромобиля. Правильно моего. Что, может... Угоняем ее. Нет, ух ты, это тормоза лучше, чем мои. Правда, она пустая, а я пустой. Редко езжу. Слышь, давай сейчас ее металлом загрузим и на керамет. Ну да, тут рядышком, документы не нужны для этого. Усылы. Хорошо едет. Усы, лапы, хвост, вот мои документы. Хорошо едет. Такая живенькая газелючка. Подлючка. Что, прокатнуть по оффроуду тебя, да? Да снимай. Опа. Да, Вадя, ну это ж оффроуд твоя стихия. Да, да, особенно на чужих газелях. Ну что, будешь ехать? Конечно буду. Отсюда? Да можно и отсюда. Это тормоза есть? Да есть, тормоза хорошие. Ну. Даже ручник, по-моему, есть. Не, не марочника. Это обманка была. Не, не марочник. Что, соскучился по таким газелям? Наша программа «Коллективное управление». Что она? Ну как? Огонь, да, машинка? Мягенькая такая. Ланос отдыхает. Да, Ланос. Это же газель, это вещь. Вещь. Ну так а дури нормально у нее. Не, чё? Она живенькая. Нормальная газель. Это ж третий двигатель уже. Он генератор, САК. Я его мициком тягал. Ну зеркала как-то, блин, по-конячьему выставлены. Ни хрена не видно. Да сдавай задом вот так, да и все. Или вот туда ее поставь, не знаю. Вот там место пустое, вроде как просится туда ее припарковать. Кружочек. Да? Ну давай еще кружочек.
что не сделаешь, когда бензин или электрика, да, что ездишь на халяву, Ахметов спонсирует, или когда... Ну так можно работать, что? Ну давление нормальное, ну, температура у нее нормальная, ну, по приборам это все хорошо, нормальный двигатель, что он говорил, греется. Ну это третий уже двигатель, говорит, все три грелись, я говорю, тю, так смотри термостат, смотри этот радиатор, ну видел, там радиатор новый, термостат новый, помпа. Печку, говорю, включай тогда. Помпа. Ну, помпу, быть. Да, тоже в первую очередь надо смотреть. Приезжал ко мне, короче, на ремонт это Ланос, он говорит, ну что за фигня, говорит, машина греется, говорит, а три термостата, говорит, поменял, она греется. Оказывается, у него, короче, реле вентилятора. Ну как тебе после легковушки, большая машинерия? Я на газелях как бы, ну не первый день за рулем. Давай вторую. Там мужик уже или женщина? Там подошел, когда не ходили. Слушай, а ямы тут как и в городе. Да, блин. Ну же прикольный сюжетик. Да, функции там такие же самые, видел? Наверное, эти же самые фуксы сюда и пригнали. Может.
машине вот этот зеленый зелок, там охранник сидит. Да? Да. Бревнами оббито, видел? Надо поснимать.